Соус руи – один из базовых соусов французской кухни. Переводится как «ржавый» за цвет соуса, готовится на основе майонеза. В этом рецепте я расскажу, как приготовить майонез и на его основе соус. Если вас заинтересовал классический французский соус руи, то приготовить его совсем несложно, просто следуйте пошаговым рекомендациям. Если хотите упростить процесс, можно приготовить его на основе готового майонеза. Яйцо 1 грамм для майонеза. Лимон 0,5 штуки для майонеза. Сахар 1 чайная ложка для майонеза. Соль 0,5 чайных ложки для майонеза. Горчица 1 чайная ложка для майонеза. Масло растительное 180 мл для майонеза. Картофель 1 штука. Куриная печенка 2 штуки. Чеснок 1 зубчик. Каенский перец 0,5 чайных ложки. Шафран 1 щепотка. Количество порций 5-6. Подготовьте ингредиенты. Первым делом приготовьте майонез, рецептов его приготовления много, это лишь один из них. В емкость для взбивания влейте растительное масло, добавьте сахар, яйцо, стараясь сохранить в целости желток, горчицу, выжмите сок половинки лимона. Все хорошо взбейте минут 10. Если майонез будет недостаточно густым, можно добавить один яичный желток и еще взбить. Соль лучше сразу не класть, а подсолить в конце по вкусу. Заранее замочите в небольшом количестве кипятка щепотку шафрана. Отварите 2 куриных печенки в подсоленой воде, перетрите ее через ситечко. Отварите 1 картофелину и тоже перетрите через ситечко, чтобы добиться воздушной текстуры. Смешайте печень и картофель. Вымешайте до однородной текстуры. А теперь можно приступить к приготовлению классического варианта соуса руй. Для этого возьмите примерно 150 грамм майонеза, добавьте в него каенский перец. Натрите на терке зубчик чеснока, влейте настой шафрана. Все хорошо смешайте. Добавьте печеночно-картофельную смесь. И еще раз хорошо размешайте до однородной консистенции. Классический французский соус руй готов. Его можно подавать к хлебным гренкам, рыбе. Очень рекомендую попробовать.